кроме центрального входа, куда в основном будет заходить старшее звено, для начальной школы выделяется еще два входа. Там точно так же будут дежурить наши учителя и фельдшер. Директора и учителя школ перед 1 сентября волнуются, как перед экзаменом. Задача – и научить, и сохранить здоровье. Поэтому дезинфекция и утренний фильтр – условия обязательные. Сначала каждому измерить температуру, и только потом по кабинетам. У каждого класса теперь свое время начала учебного дня. Первый поток 8:00, второй поток 8:30, специально для первоклассников 8:30, и третий поток у нас 8:50. И затем в 2 часа начинается вторая смена. Туда у нас ходят часть вторых классов и часть третьих классов. Всего у нас получается во второй смене 8 классов. А безопасность – главный предмет. Если раньше дети ходили по классам, то теперь за каждым закреплен свой отдельный кабинет. А еще впервые в сложной школьной задачке. Пока никому не понятная ступенчатая система уроков и перемен. Звонков не будет, а время на четком контроле учителя. В каждом кабинете будет на столе лежать специальное расписание для учителя. Учитель будет знать, какой класс и из какого потока приходит. И в любом случае 40 минут будет выдерживаться. Кроме этого, этот же учитель, который будет видеть расписание уроков, у него тут же будет же, тут рядышком на столе будет лежать расписание столовой. Тут так. Мы тоже разводим потоки. Новые расписания звонков, как маршрутные карты, сегодня верстают все, без исключения российские педагоги. У каждого региона, школы свой подход к новым реалиям. К примеру, школьникам Уфы, чтобы минимизировать передвижение по классу, запретили отвечать у доски, а в кабинетах нанесли специальную разметку. А власти Вологды и вовсе отменили школьную форму. В Удмуртии таких нововведений нет. Как и по всей стране, новый учебный год начнется 1 сентября вживую. Но очный формат все-таки планируют перестроить, добавить онлайн-дни. Например, такие предметы, как музыка, изобразительная деятельность, где-то частично на дистант, где-то блоками, на самостоятельное обучение. Вот такие варианты все рассматриваем. В отдельных школах, ну, как ни сама школа знает ситуацию внутри у себя лучше, в отдельных школах будут практиковаться, допустим, вместо 6-дневной недели 5-дневная учебная неделя, очная, и 1 день заочный, то есть дистанционный. Все это напряжение, чтобы у детей и взрослых был шанс на привычное обучение. После весеннего карантина дети в школу стали проситься. А 1 сентября линейки быть. И не по видеосвязи, а как обычно в школьном дворе. Правда, только для первоклашек и будущих выпускников. Елена Обуховская, Андрей Бусыгин. Новости.